Стартовала регистрация на Кубок чемпионов по фристайлу в Подолино. Он пройдет в Ярославской области 29 февраля и 1 марта. На соревнованиях выступят ведущие спортсмены сборных России и Беларуси. Среди них победители и призеры Кубка Европы и мира, а также участники Олимпийских игр. В числе сильнейших воспитанники Ярославской спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 имени Русанова. Ожидается, что старты посетят около 1500 зрителей. Вход на территорию бесплатный, но обязательно регистрация на онлайн-платформе. Для этого нужно ввести свои личные данные, после чего получить QR-код. Его вместе с паспортом необходимо предъявить при входе на территорию Подолино. Каждому посетителю выдадут браслет зрителя. Пройти регистрацию необходимо до полудня 22 февраля. Болельщиков ждет интерактивная развлекательная программа, выставка народных промыслов, ярмарка и зона гастротуризма под открытым небом. Для участников и болельщиков будет доступна возможность парковки транспортных средств, принятия участия во всех активностях, которые мы готовим для зрителей и гостей. В целом будет все весело и интересно. Всех ждем, приходите.